Ну говори. Вот у нас вот прошел дождь, и вот море нам уже вот это вот. Пойдемте смотреть. Ага. Пойдемте. Только близко не подходи. Да. О, камней сколько. Сколько камней новых намыло, да? Ага. Волны какие, а? Ого! Прям цунами. Давай, снимаем. Пошли. Идите, идите. Только недалеко. Барашки. Класс. Песка столько на него. Радая. Довольная. Зачем брызгаться? Смотри, сейчас смоет, глянь какая. Большая была, сейчас тебя смоет. Даже солнышко вышло, видишь? Туч нету практически. Где у тебя душ? Сейчас тебя все обольет. А ты вот так вот становишься, зажимаешь и ножку выставляешь, и все. Одну ножку, потом вторую ножку. Выставляй ножку. Вторую ножку, все. Еще. Помыла? Второй также. Все. Обувайся, пошли. Маму звать пойдем. Пойдем. Дождь закончился, солнце вышло. Мама, папа, у меня еще мокрый. Мне еще не так... Ну так что, маму зовем? Да. У тебя улитка? Да.
Классная. Кира, пойдем ножки мочить. Вот эта вот пена, знаешь, как называется? Барашки. Да. Не брызгайся. Не брызгайся. Марина. Уважаемые отдыхающие, объявлено звуковое предупреждение. Просьба всех выйти из воды. Но они не сказали, если вы хотите поплавать, идите на тот пляж. Нет, так там тоже уже говорят, всем выйти из воды. И как заходят, так и заходят. Они уже не прокат. Хорошие волны, да? Я уже научился, это барашки. Вкусно? А тебе вкусно? Вон гром уже гремит. Так ты тут думаешь. Штормовое предупреждение, тебе же сказали. Ты вышла из воды? Кушай. И побежим домой прятаться от шторма. На рыб зайдем. Да, раз уже здесь. Масла хорошо положили много, да? А знаешь, из чего картошку делают? Из картошки. А картошку выращивают на ферме. На какой? На обычной. На обычной? У тебя есть картошка, растет? Ты жуй, жуй, а то зубки повыпадают, если есть не будешь. Сделай медальона. Шторм-то усиливается. Но а руки в брюки. Медальончик. Вкусный чупа-чупс. А? Смотри, какая волна идет. Надо было покупать, а перейти на. Ты сказала этот? Ты сказала апельсиновый, не надо. Ты сказала клубничный. Нравится? Пойдем к маме. Номер один. Просто всем выйти из воды.